Всем привет! Сегодня на разборе у нас такой проект, как Botox Coin. Botox Coin – это будущий токен для финансирования свободы, который обеспечит функциональный токен для использования их прибыльного торгового робота на всех криптовалютных биржах по всему миру. Цель проекта состоит в том, чтобы использовать торгового робота и построить мультикриптовалюту на торговую биржу Botox Pro. Используя передовые технологии и партнерскую программу, токен Botox Coin позволяет получать пассивный доход держателям токенов в их программе лояльности. Как мы видим, сейчас идет ICO проекта. На данном этапе они уже собрали свой soft cap. До хардкапа им осталось где-то половину. Цена токенов у нас за один эфир, это у нас 30 тысяч токенов Botox Coin. Продано токенов, как мы видим, уже 1 миллиард Botox. Давайте я расскажу вам, как же будет работать приложение Botox. Ну, есть вообще у нас 4 метода, то есть 3 комбинации в одном обмене. Также сопряжение двух или более обменов, сопряжение двух или более обменов с арбитражем и торги Botox Pro путем сравнения 20 лучших бирж. Вот таким вот способом. Также у проекта уже есть MVP, можно посмотреть на него. Давайте сделаем это. То есть этот MVP поднимает результат выполнения приложения Botox, используя метод 2, а именно сопряжение двух обменов. То есть как использовать? Ну, выберите рынок, выберите рынки продают и выберите тип актива. То есть прибыль увеличения в этом типе активов и нажмите кнопку процесс. Вот у нас, видите, здесь мы выбираем, допустим, какая биржа. То есть это Binance. Здесь также. И какие активы, эфир или битов. Нажимаем процесс. Давайте здесь выберем какую-то другую. И нажимаем процесс. И вот нам показывают за последние 3 часа 6, 12, 24 и 7 часов. То есть по Binance, по OKEX и так далее. И здесь уже все это рассчитывается. То есть уже он готов. Здесь очень много бирж различных, ну, в основном одни из самых популярных, конечно же, BTS, Bits, ну и давайте по битку. И также сейчас он нам рассчитает, видите, вот он все у нас рассчитал. И здесь вот уже мы можем это все наблюдать. Поэтому MVP уже готов. Это тоже огромный плюс. Давайте посмотрим на дорожную карту проекта. Вот у нас дорожная карта. Начало проект взял с 2018 года, в январе. Тогда произошла идея платформы Botox Coin и разработка концепции и бизнес-план. Далее подготовка к ICO идет, проведение pre-ICO, ICO. И в феврале 2018 распределение Botox Coin по кошелькам инвесторов, далее запуск программы лояльности держателей токенов, это в марте 2019, и также уже запуск бета-версии торгового робота. В июле 2019 владельцы токенов могут начать использовать торговый робот на своем торговом счете. Далее запуск альфа-версии, это у нас в ноябре 2019. И запуск бета-версии уже в декабре 2019. То есть через год это произойдет. И в июне 2020 запуск окончательной версии биржи Botox Pro и запуск полноторгового функции. Далее структура токена. Давайте посмотрим. Общее предложение у нас 5 миллиардов токенов. Начало продажи токенов. Это на pre-ICO и на ICO различные. Первой фазы, второй фазы 40%, заморожено, зарезервировано для биржи 30%, на airdrop bounty и программу лояльности 15%, основателям 10% и советникам и команде 5%.
процентов у нас уходит. То есть у нас получается ICO идет до 28 января. И там на продажу будет 1 миллиард токенов. Ну и цена, как я и говорил, за один эфир, это у нас 30 тысяч BOTS COIN. Далее, команда проекта. Как мы видим, к сожалению, имеется на сайте у нас информация о их биографии. Небольшая, конечно же, информация. Можете зайти, ознакомиться. Также у каждого есть ссылочка на LinkedIn. Тоже можете туда перейти и знакомиться с биографией более детально уже, изучить ее. Также консультанты проекта. У каждого есть ссылочка на LinkedIn. Переходите и изучайте различные рейтинги ICO. Как мы видим, рейтинги у проекта очень высокие. Поэтому я бы советовал вам не пропускать данный проект. Тем более SoftCap уже собран. Обязательно заходите и знакомьтесь с проектом. В описании к видео я оставлю ссылки на их сайт, также на их соцсети, на Viper. Обязательно все изучите и уже принимайте решение, стоит инвестировать в данный проект или нет. Всем спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока.